hurt you, but I can't let you go! It's collapsing. Move it! Move! И тут я такой, вау, хочу поиграть, а они такие, эксклюзив, Xbox One, я такой, ну идите в жопу тогда, и так много игр хороших, которые требуют моего внимания, ибо по моему скромному мнению, Xbox One вообще не стоит того, чтобы ее покупать. И тут же забыл, что хотел в нее поиграть. И спустя годик больше с лишним, Microsoft заявляет, не, ну как бы, если не хотите покупать Xbox One, ну хотя бы 10-ю винду установите. А я такой, ну неплохой вариант, можно было бы даже ее установить, игра-то в принципе, ребята, неплохая. Только оказалось одна или 10 загвоздок, чтобы в нее поиграть. Установка 10-й винды это вообще не проблема, если у вас руки из одного места. А как оказалось, достаточно зайти на официальный сайт и установить ее через специальный файлик обновления. Тут скорее камень преткновения был в том, что я просто морально не готов был переходить с семерки на десятку. Однако, к моему удивлению, десятка оказалась виндой очень даже неплохой. И особо никаких отличительных в ней качеств от седьмой не было. Но что-то мне подсказывает, я один хрен потом перейду на семерку. Короче, установка винды это еще не проблема. Проблема заключалась в следующем. Microsoft пообещали, что релиз пикарной версии будет одновременно вместе с Xbox'овской. Ни хрена подобного не вышло. Пришлось еще сутки где-то ждать, пока они ее донесут до Microsoft Store. И только потом я офигел, увидев цену в 4000 рублей. На PC версию игры. Обычно такие цены загибают на консольные версии игр, а тут на ПК версию. Обычная ПК версия. Ну окей, допустим. Вывернул я такой свои карманы и купил эту игру. Единственный способ оплаты у нее был по карточке. Что в принципе тоже была не проблема, но если у вас нету карточки, то вы обламываетесь. Далее я охренел с того, что люди, которые купили игру за 4К, с вероятностью больше чем 50% рисковали вообще в нее не поиграть. В том же сторе сейчас зашкаливают просто отрицательные отзывы, где сообщается, что игра не запускается и выдает обычное сообщение «Fail», либо вообще выкидывает из-за огромного количества лагов, фризов и неоптимизации. Но это уже их проблема, как по мне, потому что у меня игра спокойно пошла на ультрах. Значит, кто-то просто переоценил возможности своего ПК. Но опять же, представьте мое ощущение, когда я держал на руках 4К и глядя на все эти отзывы, с осознанием того, что я сейчас просто отдам в пустоту эти деньги и столкнусь с невозможностью просто запустить игру и при этом пойти все равно на этот риск, с каким страхом я нажимал кнопку запуска игры. Я уже не буду говорить о том, что этой игры нету в Steam или в Origin, и мы покупаем ее через какой-то боссанный Xbox Live, и процесс покупки, установки и запуска игры проходит через жуткие агонии неинтуитивно понятного интерфейса, где даже нельзя установить путь установки, если не залезть в настройки винды. Боже, мне нужно где-то памятку оставить, чтобы никогда больше не покупать там игры. В общем, пройдя через все это минное поле и запустив игру на ультрах без единого фриза даже во время записи, мой пукан отпустило. Признаться, на момент записи этого ролика я еще не до конца прошел игру и могу делать выводы лишь по первым 3 часам геймплея. Первое, что бросилось в глаза, так это замечательный подбор актеров, подбор графонов. И блин, черт возьми, ребят, это Remedy, это Макс Пейн, Алан Вейк в одном флаконе. Сама тема путешествий во времени мне всегда была интересна. Но как они запутали сюжет и нагнали Макс Пейновского нуара, когда на тебя ополчились абсолютно все, а в твоих венах кипит кровь отомщения, и ты ни о чем не думаешь, кроме как найти виновного и открутить ему башку, и все это подается просто в офигенном экшене и уютным атмосферным окружением, где можно останавливаться и просто десятками минут ходить и разглядывать только само окружение, находя постоянно какие-нибудь пасхалочки или отсылки к предыдущим играм студии. Как ни крути, игра вообще берет, хватает тебя за шкирятник и не отпускает, пронося полностью через всю игру на одном дыхании. Попутно мой придирчивый ум постоянно пытался найти какие-то косяки и минусы. И конечно я их находил, причем более чем очевидные, раздражающие. И даже некоторые из них находились мной только в Assassin's Creed Unity, в самой багованной мать его игре. Но как ни странно, я молчал, потому что ничего не имеет смысла, кроме получения удовольствия от самого процесса игры.
Ты что, пьян? Quantum Break, по сути своей, наполовину экшен, наполовину интерактивный сериал. Причем сериал с большой буквы. Это не то интерактивное кино, которое мы привыкли видеть. Это полноценный отснятый сериал и запиханный в игру, качество которого не уступает всем топовым сериалам, которые показывают на BBC или которые вы просто качаете с интернета. Но, конечно же, слово интерактивный здесь неспроста. Ведь тут нелинейный сюжет. И выглядит он, ребята, деревянно. Но, как ни странно, деревянно он выглядит в хорошем смысле слова. В какой-то момент вам просто дают тупорылый выбор. Почему тупорылый? Вам просто говорят: слушай, чувак, сейчас ты сделаешь выбор, который повлияет на ход игры и на ход развития сюжета и сюжета в сериале, который ты будешь смотреть по мере прохождения. И даже рассказывают, что будет, если ты сделаешь тот или иной выбор. И только потом, взвешив все за и против, ты делаешь решение. И знаете что? Это круто, ибо тут уже образуется не псевдонелинейность, а реально влекущие за собой твоими решениями события. С одной стороны сериал, с другой стороны игра. Если сделать интерактивный фильм, который сейчас делают по современным меркам Квантики или Telltale, то от силы мы получим хорошее нелинейное кино продолжительностью 8 часов геймплея. Но чтобы закручивать сюжеты так, чтобы менялись события более глобально, либо придется очень много денег на разработку, либо придется жертвовать хронометражом событий, которые крутятся в игре. Remedy поступили более чем грамотно. Они замешали в игровой геймплей огромные куски сериала, таким образом увеличив хронометраж самого прохождения. Это ли не гениально? Таким образом мы видим полноценный, качественный продукт, от которого сносит башню. И от которого даже после первых часов игры уже хочется перепройти. И вы перепройдете. Такое дикое желание перепройти игру у меня не было еще с Heavy Rain. Но стоит ли игра своих 4000? Не знаю. Во-первых, мне нужно ее пройти до конца. Во-вторых, несмотря на то, что она доставляет максимальное удовольствие от процесса, сумма все равно колоссальная. Поэтому, ребятки, приглашаю вас посмотреть ее прохождение у меня на втором канале с прохождениями «Нам не надо». В описании есть ссылка, переходите, буду рад вас там видеть. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачки и всем тортик.